Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном правильном понедельнике, который посвящен ключевым макроэкономическим событиям прошлой недели. Детально разбираем их, смотрим, как отреагировал на них рынок, как они могут повлиять на дальнейшую динамику, собственно, этих активов. После переключаемся на те события, которые только грядут, ну и замыкаем традиционно также наш вебинар ориентирами недельными по наиболее ликвидным валютным парам. Прежде чем двинуть дальше, традиционная проверка связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все нормально и с тем и другим, тогда будем двигаться дальше. Жду плюсиков в общем чате, либо в рубрике «Вопросы». Как меня слышно и нет ли проблем с изображением? Уважаемые трейдеры, прошу дать обратную связь, как меня слышно. Замечательно. Большое спасибо тем, кто в курсе. Вижу. Большое спасибо Алексею, Евгению, Владимиру. Поскольку вы были первые, решил, что нужно акцентировать на этом внимание. Огромное спасибо. В любом случае, имейте в виду, что если по ходу возникнут технические трудности, я думаю, что я первый, конечно же, замечу это. Попробуем их быстренько решить. У нас это периодически бывает, поскольку не всегда стабильное соединение на платформе Webinar.ru. Не нужно будет отключаться от комнаты, потому что восстановимся буквально через несколько минут, если случится какой-то форс-мажор. Полагаю, что те, кто хотел присоединиться к нашему сегодняшнему вебинару, уже в сборе, поэтому, с вашего позволения, давайте тогда двигаться вперед и, соответственно, начнем мы традиционно с того актива, которым открываем каждый вебинар, посвященный недельным фундаментальным итогам. Это динамика евро. Мы видим то, что европейская валюта начала прошлую неделю с локальных потерь против американца. К концу торговой сессии вторника пара евро-доллар подобралась до тогда недельного минимума, который был обозначен на отметке 1.1357. Хотя, если мы уже возьмем в расчет ту динамику, которая последовала дальше, мы видели локальные значения еще ниже. Участники рынка продолжили спекулировать на идее дополнительных шагов Европейского центрального банка по смягчению экономической политики. Напомню, что некоторое время назад, наряду с снижением процентных ставок, европейский регулятор расширил программу количественного смягчения до 80 миллиардов евро в месяц и начал подготовку к новой программе финансирования банков, так называемую LTRO2. Это долгосрочный, ну, может быть, даже среднесрочный фактор негатива для евро, поскольку речь идет об очень агрессивных мерах экономической поддержки. Если бы мы сейчас имели дело с логическим рынком, когда присутствовала бы высокая степень корреляции между статистикой и реакцией валют, то вот эта программа и осознание даже контрастности монетарных режимов, в частности, если разбирать пару евро-доллар, это значит европейская валюта европейского региона и американской валюты, то есть США, эта контрастность, по идее, при прочих равных условиях, примерно года два назад уже давно бы отправила пару евро-доллар к паритету. Но пока, будучи подневольными людьми, несмотря на такой вроде бы как взвешенный подход к рынку, мы стараемся не упускать важные события, мы понимаем то, что являемся, по сути, жертвами тех спекулятивных войн, которые сейчас развязаны регуляторами. Мы не имеем возможности отследить, когда же будет тот самый новый выпад со стороны какого-то банка, со стороны отдельного регулятора, отдельного региона. А когда будет интересная динамика по активу, которую, по идее, бы хотелось бы поймать. Но уже постфактум вынуждены реагировать. Я надеюсь, что наступят те времена, когда рынок станет более предсказуемым. Самое главное, чтобы к этим временам мы не разочаровались в финансовых площадках и по-прежнему руководствовались таким понятием, как фундаментальный анализ. Потому что, на мой взгляд, это по-прежнему очень важно. Вернемся к тем мерам экономического стимулирования, которые характерны для еврозоны. Вы, я надеюсь, прекрасно понимаете, с чем это связано, и, может быть, на этом и не стоит останавливаться, но я все-таки считаю, нужно напомнить, почему
ЕЦБ так активно сейчас задействует тот инструментарий, который имеется в его арсенале. И главная причина – это покончить с показателями крайне низкой инфляции и простимулировать потребительскую активность. Потому что все, что мы видим сейчас в рамках валютного блока по этим индикаторам – это значения, которые оставляют желать лучшего. Это слабая статистика, которая в конечном счете не позволяет вывести показатели ВВП на те уровни, которые позволили бы нам сказать, что все, валютный блок восстанавливается, и больше мы никогда не будем распродавать евро, потому что нашли основания для роста. Но мы понимаем то, что этих оснований по-прежнему нет, потому что годовые значения по инфляции, я думаю, что вы помните, я на этом регулярно делаю акцент, позапрошлой неделе минус 0,2%. О том, что ключевые параметры денежно-кредитной политики ЕЦБ могут быть пересмотрены в ближайшее время и претерпеть кое-какие изменения. Об этом отмечал также и вице-президент Европейского центрального банка Витор Констансо. Стоит отметить, что евро полностью проигнорировало в начале прошлой недели данные по производственным заказам Германии. Пожалуй, это был единственный отчет, который мог поспособствовать росту главного валютного риска, поскольку производственные заказы в Германии, они не просто превысили оценку, скажем, прошлого месяца, но они серьезно превзошли самые оптимистичные ожидания. Мы увидели прирост на 1,9% в месячном выражении против прошлого снижения на 0,8%. Против евро действовала и сильная американская валюта. Пятничный, также позапрошлой неделе, отчет по росту заработных плат, а также комментарии Вильяма Дадли, голосующего члена ФРС, о вероятности как минимум двух повышений процентных ставок в этом году сыграли свою роль. И, честно говоря, несмотря на то снижение, которое мы видели некоторое время назад по доллару, я все равно верил в то, что представители ФРС найдутся, конечно же, вот эти жесткие члены голосующего кабинета, которые отдадут свои голоса за разгон процентных ставок, за их рост и тем самым поспособствуют укреплению позиций американской валюты. И я по-прежнему верю в то, что мы наконец-таки оттолкнулись от минимальных значений 1 по паре USD-иены и получили тот самый долгожданный повод, который позволит нам постепенно двигаться вверх. И уровень 110, хотелось бы за него сейчас зацепиться, потому что это значение, являющееся перевалочным моментом перед тем, как мы пойдем дальше, ну, нужно оказаться выше 110. И доллар, видно, он старается. Но пока, возможно, нужны дополнительные драйверы. И вы знаете то, что на этой неделе в качестве таковых можно будет отметить индекс потребительских цен, который выйдет завтра, и протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках. То есть это поздним вечером в среду. Мы об этом еще поговорим в ходе наших брифингов. А с утра подведем итоги после того, как эти протоколы окажутся позади. В общем, по доллару американцам и тем трейдерам, которые сейчас ставят на рост американской валюты, есть за что зацепиться. Нужно верить в то, что рост продолжится. Лично я не изменяю свои позиции. И хорошо, потому что когда USD-иена оказалась рядом с уровнем 106, все говорили о том, что дальше будет значение 100. Но я все-таки сопротивлялся этому очевидному понижательному тренду, и в итоге сделал правильно, потому что сейчас мы видим уже обратную тягу, когда американец набирает уже более высокие значения. В немалой степени тому, что пара в начале USD-иена, в начале прошлой недели добралась до уровня 109.35, поспособствовали еще и комментарии министра финансов Японии Таро Асо, который в парламенте отметил, что японское правительство поддерживает экономику и готово делать это и дальше через дополнительные стимулы посредством новых денежных вливаний. Ну, на этом я предлагаю USD-иену немножко оставить в покое. Давайте переключимся на британскую валюту, которую доллар, ну, никак при всех своих возможностях, при подходящем новостном фоне, но не мог продавить ниже отметки 1.44. А при этом стоит отметить, что основания было более чем предостаточно. Опубликованные данные по состоянию торгового баланса указали на то, что дефицит торговли Великобритании со странами ЕС в первом квартале 2016 года вырос до рекордного максимума. Подобная статистика явно
на руку сторонникам автономности региона, тем более, что большой торговый дефицит с другими странами ЕС указывает на то, что Англия действительно может выторговать очень неплохие торгово-партнерские условия. И все потому, что компании, которые сейчас концентрируются в рамках еврозоны, вряд ли захотят терять такой большой, серьезный, очень богатый рынок сбыта, как, соответственно, Англия. Поэтому, наверное, какой бы сценарий мы по факту с вами не констатировали, 23 июня уже совсем скоро, практически через месяц, мы планомерно приближаемся к этому событию. Мы понимаем то, что коррекции, может быть, фунту не избежать, но хочу сразу, забегая вперед, сказать, что если мы по факту увидим серьезное ослабление, соответственно, британской валюты 23 июня, ну, может быть, в качестве резонансов в последующие несколько дней, мы потом переключимся на покупки фунта. И такие ожидания связаны с тем, что резкое ослабление британской валюты, разумеется, будет способствовать резкому росту индекса потребительских цен, то есть резкому росту инфляции. А вы прекрасно понимаете, что единственная возможность, которой можно бороться с крайне высокими значениями по инфляции, это более жесткий подход к монетарной политике. Вы вспомните, что было в рамках российской экономики, когда, соответственно, ситуация экономическая, которая разворачивалась в связи с санкциями, снижение цен на нефть, все это поспособствовало девальвации рубля, резкому скачку индекса потребительских цен и, соответственно, заставило Центральный банк России повысить ставку рефинансирования до 17%. Теперь применим подобную ситуацию на Англии, ну, конечно же, здесь нефть не имеет практически никакого значения, но если мы увидим резкий рост инфляции, тогда действительно Банк Англии может повысить процентные ставки. Повышение процентных ставок, даже просто осознание того, что это возможно, может, соответственно, укрепить сразу же неплохо британцев. Поэтому будем использовать и риски Брексита, и фактическую реализацию этих рисков, и последующий откат максимально благополучным и удачным образом для наших депозитов. В общем, я буду обязуюсь держать вас в курсе. Надеюсь, что в ходе последующих брифингов и вебинаров вы, соответственно, не растеряете интерес к этой валюте и будете, скажем, на острие вот этого новостного фона и, скажем, останетесь в курсе того, как можно действовать по британцу дальше. Раз уж мы заговорили про фунт, стоит отметить, конечно же, те крайне слабые макроэкономические данные, которые мы наблюдали даже по прогнозам. Вы помните, что по версии NICER снижение ВВП может составить с 2,7 до 1,7%. Долгосрочные последствия могут оказаться еще хуже. В частности, к 2030 году ВВП рискует просесть до 1,5%. Это, конечно же, очень мало. Также не забывайте о том, что на прошлой неделе, мягко говоря, я думаю, что можно сказать, явно прокололся Марк Карни. Возможно, это та информация, которую не должен был узнать рынок, но все-таки эта информация просочилась на него. Это предупреждения, которые были сделаны в адрес коммерческих банков, финансовых учреждений о том, что они должны привести в соответствие с нормативными требованиями показатели достаточности капитала, качества активов. И это фактическая подготовка к самому мрачному сценарию, радикальному сценарию. Если дело дойдет до него, то что нельзя допускать, это неподготовленность финансовых учреждений к этому, потому что если это будет именно так, финансовый коллапс и вот этот кризис, который многие прогнозируют, он не заставит себя долго ждать. Поэтому нужно готовиться, конечно же, к худшему. Для нас, для спекулянтов, вроде бы как тема отрешенная, но мы прекрасно понимаем, что за этими подготовками и уж тем более за реализацией этого сценария, как выход Англии из состава ЕС, кроются колоссальные возможности, потому что за этим стоит бешеная волатильность. И эту волатильность мы как раз и будем стараться использовать. Поэтому каждый раз, когда мы в формате наших ежедневных брифингов переключаемся на динамику фунта, я говорю то, что фунт нужно продавать, уважаемые друзья. И надеюсь, что среди вас мало тех трейдеров, которые делают ставку на рост, потому что понимают, что такие сделки сейчас чреваты большими потерями. Да, может быть, скажем, восстановительная динамика после того, как вы откроете сделки на снижение, но
Это нормально, потому что никогда игра не идет в одни ворота. Это нормально то, что мы наблюдаем, так же, как и все участники рынка, сначала просадку. Важно то, чтобы эта просадка была контролируемой и, соответственно, не создавала никакой критической угрозы для депозитов. То есть нужно контролировать плечи. Поэтому снова такой воспользуемся, я воспользуюсь ситуацией, и учитывая то, что сказал, я очень надеюсь, что вы пользуетесь рекомендациями по поводу недопущения кредитного ключа выше, чем 1 к 10. И используйте возможности вашего личного кабинета в рамках компании Амакетс через анализатор торговли, который следит за всем этим и при необходимости предупреждает о том, где, скажем, был взят недопустимый уровень рисков. Далее идем. Можно переключиться на динамику нефти, потому что у нас традиционные отчеты по запасам. Вышедшие данные по запасам по версии API указали на прирост, собственно, этого показателя до 3,45 миллионов. Правда, логичного ослабления мы так и не увидели, поскольку трейдеры продолжили спекулировать на потенциальном сокращении производства нефти в Канаде из-за продолжающихся пожаров, а также прогнозе администрации энергетической информации США о росте спроса на нефть на 270 тысяч баррелей в день. На 2017 год прогноз был повышен на 200 тысяч баррелей в день. В результате Brent взял, соответственно, вектор на повышение, двинул выше уровня 45 и закрыл торговую сессию вторника на отметке 45-49. Рост продолжился, собственно, вплоть до пятницы. И недельный хай, который мы фиксировали в конце прошлой недели, 48-10. Вот вижу, Евгений отметил, что Brent уже почти сделал ретест 50. Я думаю, что актуальный котировки все-таки пониже, 49-37. Но актив прет куда-то совсем на немыслимые уровни. И где он остановится? Ну, это большой вопрос, который сейчас интересует очень многих. Самое важное и интересное, я думаю, что если вы задавались целью понять, почему актив и бренд растет сегодня, вы наверняка наткнулись на новостные сводки, указывающие на то, что рынок якобы продолжает отыгрывать резкое сокращение предложения и фактическое достижение баланса между спросом и предложением. По статистике я не могу сказать, что это произошло, поскольку цифры говорят совершенно о другом. Статистика говорит о другом. Да, мы видим спад в Соединенных Штатах Америки. Да, мы видим спад в рамках добычи в Объединенных Арабских Эмиратах, в Венесуэле. Но у нас есть и со стороны ближневосточного картеля ОПЕК компенсирующий рост. И я также обязуюсь внимательнее сегодня посмотреть, что же стало причиной такого безудержного роста. Завтра, разумеется, в ходе брифинга я об этом вам расскажу. Не забывайте, что у вас есть возможность посмотреть не только в записи этот эфир, но и подключиться, собственно, к прямому эфиру, который проходит в 9:30 по московскому времени каждый день. Для этого вам потребуется приложение на ваших телефонах Перископ. Что касается официального канала, то если вы посмотрите запись брифингов, то под видео окном с брифингом будет как раз ссылка на наш канал в Перископе. Думаю и уверен, разберетесь, что это за канал и как на него попасть. Поэтому с радостью буду видеть вас на прямом эфире, который проходит, еще раз повторюсь, в 9:30 каждый день. Что касается официальной статистики от Минэнерго, то есть это отчет, который идет сразу же за данными по API, то здесь у нас уже был не рост, а сокращение, собственно, на такую же величину 3,4 миллиона. Судя по всему, и судя по той динамике, которую мы наблюдали, трейдеров это явно вдохновило. Еще один новостной фактор, который поддержал активизацию вот этих покупок, это отчет Международного энергетического агентства по добыче нефти вне ОПЕК, которая просела на 125 тысяч баррелей в день. Ну, казалось бы, вот еще одно подтверждение того, что предложение снижается, переизбыток уже не такой значительный, как был. Но не забывайте также о том, что у нас есть и Иран, который продолжает увеличивать добычу. И на текущий момент уже официально признана информация. Это 3,56 миллиона максимальное значение с ноября 2011 года, что говорит нам о том, что добыча
в рамках ОПЕК выросла больше, чем на 300 тысяч баррелей в день, до фактически уже достигнутой планки 33 миллиона баррелей в день. И мы видим то, что этот компенсирующий рост, он гораздо, скажем, если сокращается на 125 тысяч, рост на 300 тысяч. Здесь совершенно очевидна и понятная математика, указывающая на то, что переизбыток он по-прежнему сохраняется. Но рынок пока, либо те участники, которые сейчас толкают Brent все выше и выше, на эту статистику не обращают никакого внимания. Ну, может быть, потому что поддаются вот этому порыву, связанному с ростом актива. Мы видим действительно, что Brent прет к новым космическим уровням, которые абсолютно неоправданы фундаментально для него. И многие, конечно же, пугаются то, что вслед за уровнем 50, может быть 55, там 58, 60, и даже с консервативным плечом, с незначительным, если бренд умудрится подняться там еще на 20%, ну это да, это уже серьезная просадка, которая может быть чревата потерей всего депозита. Но давайте сейчас не будем о плохом, надеюсь то, что все-таки реальные цифры, они будут отражены в правильной динамике бренда. А правильная динамика – это коррекция. Может быть, вынос тех позиций, которые сейчас осуществляются, будет остановлен на отметке 50-50 с небольшим. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Ожидаю все-таки обоснованного снижения этого актива. Европейская валюта в четверг снова ушла в минус до уровня 1.1375. Объем промышленного производства в еврозоне сократился на 0.8%. Это в месячном выражении вырос всего лишь на 0.2% в годовом. Фунт продолжил консолидироваться рядом с уровнем 1.4450. Даже суперчетверг со своим негативом не смог спровоцировать так ожидаемой слабости британца. Ставка осталась на уровне 0.5%, объем программы количественного смягчения на прежней планке 375 миллиардов фунтов. Решение по ставке, между прочим, было принято 9 голосами за, 0 против, то есть это все монетарное большинство единогласно, скажем. До этого некоторое время особняком держался МакКэфферти, который голосовал за готовность британской экономики к повышению ставки. Но вот уже, по-моему, 6-е заседание подряд мы видим то, что он уже пополнил ряды тех, кто отмечает, что английская экономика не готова к столь серьезным изменениям и тем более повышению ставок. Поэтому у нас единогласная позиция, указывающая на долгосрочный фактор разгрузки британцев, потому что сейчас в повышение ставки не верит никто. Но вы помните то, что в начале этого вебинара я ясно дал понять, что если мы дождемся самого негативного сценария, то Банк Англии будет вынужден, наверное, спровоцирован на поднятие ставок для того, чтобы остановить рост инфляции. Но это, может быть, слишком оптимистичный сценарий для тех, кто хочет прокатиться и вниз, и потом на последующий рост. Но я считал необходимым вам обозначить этот сценарий, чтобы вы прекрасно понимали, с чем мы сейчас имеем дело. Помимо публикации ставок, нужно отметить то, что Банк Англии снизил прогноз роста ВВП на этот год с 2,2% до 2%, на 2017 год с 2,4% до 2,3%. И нужно отметить, что на самом деле это прогноз, который не закладывает Brexit, то есть выход Англии из состава ЕС. А если дело дойдет до этого, то ВВП может потерять больше, чем 1%. Кроме того, в ходе состоявшейся конференции председатель Банка Англии Карни отметил значительный потенциал, который присутствует для снижения фунта в случае, опять же, народного волеизъявления в пользу выпадения состава Европейского интеграционного союза. Если дело дойдет до этого, то тогда Англия тут же окажется на пороге рецессии. А мы прекрасно понимаем то, что мы подобного еще не видели. Это реальный прецедент. Рецессия может затянуться на очень длительный период времени. Американская валюта в конце прошлой недели, в принципе, оставалась на коне. Рост против иены до уровня 109, мы это наблюдали. При этом заявки на пособие по безработице выросли до 294 тысяч, сейчас 274, но все равно мы видим то, что индикатор находится ниже 300 тысяч, поэтому можно говорить о том, что американский сектор, рынок труда восстанавливается, потому что ниже 300 тысяч, это даже по словам самой Джанет Йеллен, является достаточным позитивом, чтобы американский рынок труда дальше восстанавливался, ставка по процентная ставка по безработице постепенно сокращалась, и количество новых рабочих мест вне
сельскохозяйственного сектора только росло. И в целом мы видим то, что действительно происходит все именно так. По крайней мере, американский сектор труда, может быть, так же, как и рынок недвижимости, и строительный сектор, и промышленность сейчас не вызывает вопросов с точки зрения своего очевидного позитива. Полагаю, что настроение трейдеров поддержали также комментарии и Джанет Йеллен о готовности внести коррективу в денежно-кредитную политику в случае изменения условий. Ну, здесь мы понимаем то, что под изменением условий, конечно же, подразумевалось улучшение статистики. И мы получили это улучшение статистики, потому что в пятницу, сейчас чуть позже переключимся на актуальный отчет, и вы видели то, что статистика была куда лучше ожиданий. Аналогичного мнения сейчас придерживается и глава ФРБ Бостона Розенгрен, который сейчас пополняет ряды тех представителей ФРС, которые считают готовным американскую экономику к ужесточению монетарной политики. Для нас это еще один позитив, потому что мы копим вот эту позицию чиновников ФРС, поскольку понимаем, что чем больше будет таких оптимистов, тем больше, скажем, большинством или с большей уверенностью или больше влияния они будут иметь на позицию самой Джанет Йеллен. Далее идем. Канадская валюта к четвергу окрепла до уровня 1.2842, и все благодаря росту нефти. Здесь так же, как и с рублем. Единственный фактор – это динамика нефти. И если нефть продолжает восстанавливаться, значит укрепляется рубль и канадская валюта. Если нефть все-таки опомнится и пойдет ниже, тогда канадец и рубль буквально камнем пойдут на дно. Новозеландская валюта ушла ниже уровня 0.68 после прогнозов Morgan Stanley о крайне плачевной ситуации с финансовой стабильностью. Morgan Stanley также сослался еще на состояние рынка труда, на инфляционные ожидания, на промышленность и, по сути, позволил трейдерам, либо намекнул, не знаю, выбирайте сами, какая формулировка вам нравится больше, готовиться к тому, что нас ожидает снижение процентной ставки на 0,5%. Я согласен с Morgan Stanley абсолютно, потому что сам полагаю, что к концу этого года в рамках Резервного банка Новой Зеландии мы с вами будем наблюдать ставку на отметке 1,75%. Теперь переключимся на торговую сессию пятницы, хотя сегодня в ходе брифинга мы на ней детально останавливались, но все равно считаю необходимым и важным отметить основные отчеты. Может быть, кто-то из вас не посещал его. Данные по индексу потребительских цен Германии указали на снижение индикатора до минус 0,1% против прошлого роста 0,1%. Далее у нас последовал спад ВВП до 1,5% с 1,6%, хотя, наверное, самый важный и основной негатив был связан с низкими значениями по инфляции, потому что это, скажем, минимальные значения с января 2015 года. Да, действительно так. И слабый индекс потребительских цен по Германии готовит нас к тому, что на этой неделе, когда мы будем с вами анализировать статистику по индексу потребительских цен еврозоны, нас также ожидает слабый релиз. И в случае слабой статистики по валютному блоку в целом, у нас будет еще один аргумент в пользу того, чтобы в ходе последующей конференции Драги начал уже снабжать рынок информацией по поводу того, когда же все-таки они пойдут на еще одно снижение процентной ставки. И хотелось бы, конечно же, чтобы к этому моменту евро все-таки был более логичен. Нам не нужно сейчас резкого ослабления. Мы готовы пожертвовать, я готов, резким падением этого актива, скажем, на 150, на 200 пунктов, в пользу последовательного, логичного ослабления, когда мы будем делать там по несколько десятков пунктов поступательного движения вниз в предстоящий квартал. Так планомерно мы с вами выйдем на отметку 1.10, которая является сейчас нашим целевым значением. Особое внимание трейдеров было уделено еще данным по американской статистике, и действительно фон был стоящим, поскольку вышли данные по индексу цен производителей и по розничным продажам. Розничные продажи выросли на 1,3% против прошлого снижения на минус 0,3%. Индекс цен производителей 0,2% в месячном эквиваленте против прошлого снижения на минус 0,1%. Оба индикатора указывают на рост потребительской активности и готовят к более хорошим показателям по индексу потребительских цен, то есть данным по инфляции. И вы знаете то, что этот отчет у нас уже на носу, то есть завтра мы к нему вернемся в 15.30 по московскому времени, выйдет эта статистика. И я уже предлагаю вам готовиться к тому, что эти данные будут очень хорошими, и надеемся,
поддержит американца против всех его основных конкурентов. И еще больше, я надеюсь на то, что эта статистика и хороший отчет по инфляции наконец-таки сможет вбить в голову Джанет Йеллен то, что американская экономика готова выдержать еще как минимум одно повышение процентной ставки в самое ближайшее время, да и прямо сейчас. И как только это произойдет, USD иена будет котироваться выше 110, а доллар окажет давление на все рисковые инструменты. Евро протестировало в пятницу поддержку 1.13, а фунт все-таки также не устоял под давлением, провалился ниже отметки 1.44, до уровня 1.4368. USD-CAD и USD-SWIS, разумеется, на фоне роста американца продолжили сдавать, точнее канадец и франк. Клоз недели 1.2932 по USD-CAD, по USD-SWIS 0.9746. И это только начало. Ну, правда, некоторые коррективы сейчас внесла нефть. Буду признателен, кстати, вам, если сейчас в чате напишите актуальные котировки по бренду. Мне крайне интересно также вместе с вами сейчас следить за ситуации и констатировать вот этот безудержный рост. Где же сейчас котируется бренд, уважаемые трейдеры? Но пока кто-то из вас, я надеюсь, все-таки напишет актуальную цену в общий чат, давайте переключимся на события 49.34. В общем, держится пока сопротивление 50, хотя уже смутно верится, что смогут там медведи устоять. Есть какой-то скрытый план, скрытая сила, которая сейчас явно толкает бренд выше. И где этот стоповый уровень, неизвестно. Но я надеюсь, что он находится в диапазоне все-таки 50-51, потому что выше, ну уж это будет совсем нонсенс, потому что более, скажем, неадекватных ценовых значений с учетом актуального новостного фона и быть не может. А что касается основных событий этой недели. Сегодня, как вы могли заметить, день на экономические события нам, собственно, не представлял ничего интересного. Он уже позади, отчетов практически не было. Завтра мы уже будем фокусироваться на отчетах. Поэтому, с вашего позволения, прям коснемся двух важнейших релизов. Это индекс потребительских цен по Англии в 11.30 по московскому времени. И еще более стоящий отчет – это уровень по инфляции в рамках США. Что касается первого. Здесь, да, интересно будет посмотреть, конечно же, на показатель инфляции в рамках Англии. Но не забывайте о том, что до этого мы получили явное подтверждение спада, снижения заработных плат. Это первый момент. Мы получили слабую статистику по розничным продажам, которая и является отражением, собственно, потребительской активности. Поэтому вряд ли цены подросли, особенно с учетом текущей экономической конъюнктуры, когда спрос явно падает. Поэтому индекс потребительских цен с большой долей вероятности завтра может оказаться хуже гораздо прогнозов. И если это случится, давление на фунт только усилится. Что касается США, здесь у нас есть предпосылки. Эти предпосылки связаны с ростом, соответственно, заработных плат, с хорошей динамикой на рынке труда, что в целом говорит о том, что у потребителей есть работа, есть нормальное материальное обеспечение с точки зрения зарплата, есть все-таки активность в потребительском секторе, есть оптимистичный настрой в отношении дальнейших перспектив американской экономики. Об этом сигнализировал в пятницу Мичиганский индекс. Соответственно, у нас есть еще и подтверждение прироста в розничных продажах, и есть прирост индекса цен производителей. Вот, пожалуйста, как минимум 5 индикаторов и факторов, которые указывают на то, что завтра мы увидим хорошие данные по индексу потребительских цен. Я думаю, что вам не нужно объяснять то, что если инфляция вырастет, значит, доллар получит очень неплохой триггер для дальнейшего роста, потому что повышение уровня инфляции, инфляционных ожиданий, это, возможно, единственный отчет, который способен переубедить Джанет Йеллен и настоятельно, скажем, через подсознательные какие-то вербальные моменты стать причиной, чтобы она дала свой решительный голос за повышение ставок. Мы ждем этого, уважаемые трейдеры. Я жду этого и надеюсь, что наконец-таки вот мы столкнулись с той статистикой, которая станет определяющей. Так, в среду у нас данные по безработице в Англии.
Наверное, на этот отчет пока внимание обращать не стоит, поскольку мы давайте проследим за конечным релизом по индексу потребительских цен. Это будет более важная статистика. Ожидания нам сейчас не нужны, потому что ожиданий нам хватает, даже исходя из политических рисков Брекзита. А вот где нам ожидания могут быть на руку, особенно с точки зрения спекуляции на тему слабости евро, это уже постфактум выхода данных по индексу потребительских цен еврозоны. Я настраиваю вас на то, что статистика будет плохой. Индикатор как минимум остался на отрицательной территории в годовом выражении. И если цифра действительно подтвердит это, значит, будем готовиться к новым комментариям со стороны представителей Европейского центрального банка о том, что ЕЦБ рассматривает возможность новых мер вмешательства, новых мер экономической поддержки. То есть, в целом, это даст нам почву для спекуляций понижательного характера для евро, потому что речь пойдет о новых экономических стимулах. И самое важное, то, что, учитывая то, что мы сказали, ждем сильных данных по инфляции в США и ждем ужесточения монетарной политики, а по еврозоне совершенно обратная динамика. Мы ждем слабых цифр по индексу потребительских цен и ждем спекуляции на тему дополнительного экономического смягчения. То есть это контраст монетарных политик, на которые сейчас делают ставку среднедолгосрочные трейдеры. По еврозоне в связи с этим контрастность может стать причиной еще большего ослабления евро. Будем планомерно снижаться, и до конца этой недели я считаю то, что при неизменных прочих факторах у нас будут условия для того, чтобы добраться до отметки 1.1250. И уж если протоколы, которые выйдут завтра вечером, точнее послезавтра вечером, укажут на то, что ФРС в июне может проголосовать за повышение процентной ставки, тогда снижение евро может оказаться еще более существенным. Так, далее идем. Четверг. Так, секундочку, проскочили. Полная занятость в рамках Австралии, рынок труда. Да, рекомендую посмотреть на эту статистику, поскольку с инфляцией у нас уже все понятно, с стоимостью на медь и железную руду, то есть на сырьевые товары также все ясно, очень плохо. Рынок труда, ну это, наверное, последний тот аккорд, который может окончательно убедить нас в том, что австралиец неизбежно идет к отметке 0.70. Поэтому если рынок труда разочарует в этот четверг, неизбежно можно будет оставить на еще большее ослабление австралийца против основных конкурентов, ну прежде всего доллара. Выступление представителя ФРС Уильяма Дадли, это, напомню, что тот как раз чиновник американского регулятора, который ожидает два повышения процентной ставки, я с ним отчасти согласен, но как минимум одно мы точно увидим. Но позиция Уильяма Дадли, который является очень влиятельным представителем ФРС, может быть даже имеет какое-то воздействие на Джанет Йеллен. То есть его позиция, она имеет большое значение для рынка сейчас. Поэтому если мы и в четверг услышим очередной оптимистичный тон с его стороны, думаю, что для роста доллара это станет еще одним сигналом. Ну и в пятницу индекс цен производителей по Германии, розничные продажи по Канаде, инфляция в рамках канадского региона и отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам. По розничным продажам по Канаде я жду слабых цифр, а вот что касается инфляции, здесь я тоже советую вам настраиваться на снижение, даже по содержанию экономического календаря вы сможете увидеть то, что медианная оценка экспертов сводится к тому, что индикатор просядет. И, соответственно, если индекс потребительских цен окажется ниже ожидаемого прогнозного значения, это будет развязывать руки представителям Банка Канады для того, чтобы они рассмотрели возможность, ну или начали готовить рынок к возможности еще одного снижения процентной ставки. И необходимость в этом снижении появится тогда, когда цены на нефть все-таки спустятся с небес и начнут корректироваться, окажутся ниже 45 долларов за баррель. Вот тогда канадская валюта просядет ниже уровня 1.30, и тогда мы с вами уже детально активно вернемся к спекуляциям на тему новых мер поддержки либо коррекции процентных ставок прочими регуляторами. Потому что у нас на повестке будет не только Канада, но еще и Новая Зеландия, Австралия, ЕЦБ, ну и ФРС. И вы представляете, все это уходит у нас на июнь. Обещает быть очень жаркий месяц. Ну и что касается основных ориентиров. Евро-доллар 1.1250, австралиец против доллара 0.72, USD-иена 109.50, фунт против американца 1.43. То есть коррекция по рисковым инструментам и рост доллара. На этом все, уважаемые трейдеры. Если есть вопросы, можете задавать их в облик общий чат, либо вопросы. Попробую на них ответить.
Евгений, большое вам спасибо за технические экскурсы. Это очень важно для тех трейдеров, которые помимо фундамента уделяют внимание и техническому анализу. Я с вами абсолютно согласен по поводу того, что USD CAD идет на более высокие ценовые значения.